Туле в рамках федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения завершили капитальный ремонт одной из самых больших городских поликлиник. В медицинском учреждении появилась новая операционная и реанимация. Закуплено необходимое оборудование. Обновленная поликлиника будет обслуживать более 96 тысяч человек. В Тульской области по этой же программе приводят в порядок медучреждения в отдаленных деревнях и закупают для них автотранспорт. Программа в рамках указания президента Василия Владимировича Путина по модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели мы ремонтируем поликлиники, ремонтируем наши больницы, амбулатории. Появляются новые ФАПы, ремонтируются старые ФАПы. Покупается необходимое высокотехнологичное медицинское оборудование.